На сцену приглашается Мукаш Ванелия. Воскресный крысфон. Как-то вечером крыса подпольная губки яркой помады накрысила. И обувшись в крысовке спортивная, сразу стала красавицей писаной. Вот уселась она и крысуется, наблюдая за крысками вечером. И крыснее от ушек до хвостика в гости ждет не дождется крысавчика. Долго тянется время воскресное, и крысотка задумчиво думает. Хоть бы красноармеец пожаловал с крестовиной сугубо военной. Нас крестив, мы смогли бы достаточно сытной пищи в домашних окрестностях. А затем бы предались бы красноречию о прекрасном искусстве художников. Только вместо красавца пожаловал вдруг крестьянин нежданно-негаданно. А лицо у него крысное лице, не крыснуха ли это заразное? Как сумел подкрыться на цыпочках, надо что-то укрыть на прощание. И схватив пару соли крыстальников, быстро юркнула крыса в убежище. Там уселась она, крыса мягкая, и скрестив свои лапки мохнатые, сей крыспорт стала молча разгадывать, что под рубрикой крыса поехала.